поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного дома. Наше прощание с Радбургом. Все учащиеся научились читать, писать. Они прошли свою первую книгу. Сегодня, друзья, мы сюда собрались, чтобы доброе слово сказать тому, кто был другом, чтобы каждый свой час молчал, научил нас читать. Мы с смешными малышами прибежали в этот класс. Нам на азбуку с карандашами подарили в первый раз. С этой книжкой самый первый каждый путь начинал, чтобы пройти маршрут вверх на завет и перевал. Учиться пришли мы сюда. Все новое у нас. Новую форму на себя надели. Новенькая ручка в новеньком портфеле. Новые книжки, палочки для счета, новые тетради, новые заботы. Вот звонок звенит, заливается, смолкли детские голоса. У ребят сейчас начинается уже новая полоса. Самый трудный первый класс, все труднее первый класс, потому что в первый раз. Стрекоза в саду стрекочет.
Де? Данил. Гласные и согласные. Изучали буковки, гласные и согласные. Скажите мне, пожалуйста.
знаю, Данил. Ю, еще одна буковка есть. А. А, у нас сюда не одно. Коля. И. Влад. Я. Буковка Я. Еще буква. И, а еще какая, Артем? Э. Точно вы растерялись. Рузана. Сейчас мы с вами весь алфавит спорим. Буковка Я, Ё, Ю, а еще одна буковка. И. Можно я? Давайте, Катя. Помощь зала. Буковка Е и Ё у нас. Хорошо. А какие у нас бывают буквы согласные? Что мы с вами про них знаем, Валя? Не теряйтесь, вы хорошо отвечаете, Влад. Они бывают парные и непарные. Парные и непарные. Давайте вспомним с вами парные буковки. Зоя. З, С. Хорошо. Фатима. К, Г. Хорошо. Рузана. В, Ф. Диана, молодец. З, Д. Д, Д. Моника. З, С. З, С. Артем. Ваши подсказки буковки на столах. В, В. Есть еще буковки? В. Диана. В, В. В, В. И Ж, Ш. Ж, Ш. Хорошо, молодцы. Еще есть буковки. Ну, давай, Данил. Хорошо. А что мы с вами еще знаем про согласные буковки? Что они бывают парные? Знаем мы что-то еще? Влад? Да. Они бывают глухие звонки. Глухие звонки. А еще какие, Зоя? Есть такие буковки, которые имеют значение. Это мягкий знак и звёздочка. Мы что-то не дошли. Мы еще согласными не разобрались. Что они еще? Парные, не парные? Ну, кто вспомнит? Звонки глухие. Хорошо. А что мы с вами еще делали на азбуке? Буквы мы изучили. Мы изучали писателей. Писатели, хорошо. Еще что мы делали? Зоя? Книжки. Давайте с вами вспомним Александра Сергеевича Пушкина и его произведения. Мы с вами заучивали наизусть этот отрывок. Кто из вас вспомнит? Так, Саша. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе топ. И днем и ночью кот ученый все ходит в боцебе кругом. Хорошо. Но мы с вами изучали не только сказки, писатели, поэты, правильно? Но еще и народные. Вот ребята сегодня приготовили одну из этих сказок, сценку. Курочку рябу, ребята, приготовили. Побольше с финком. Одевалась бы от Гордена, от Версаля.
садик, от Жульена, топик, джинсы и шубейку, а для Дина телогрейку за хэн-хэнди подыскала, чтоб деньжат не убывало. А проклятая эта крыса же по кличке Лариса всю малину обломала, все же ей хвостатой мало, вечно нос в рот свой длинный, где же мой ты яд крысиный? Вы, бабуля, помолчите и на мышку не кричите, если у нас еще свидетель, вы лейкором и благодетель, что яичко вам принесла, что вам счастье принесла. Ко-ко-ко, я питалась плохонько, я принесла слабенько, а как с фермы повезли брюкву репу брать, я, конечно, сил набрал, потолстела, замечтал. Вот снесу яйцо простое, получилось золотое. Так зачем мне золотое? Золотое, не родное. Если всех бы так кормили, всех Шварценеггера любили. Что вы скажете в защиту? И не крыса, я мышь, а яичко не простое, а такое вот большое. Не бывалой высоты и невиданной зимы. Днем свет Божий затмевает, ночью избу освещает. И светила, и играла, и соседей восхищала. Да, реклама виновата. Мы с сыном посовещались и решили. Мышку надо оправдать, а рекламу наказать. Пури Габи дать совет, чтоб не стали золотые, а сюрпризом гербарные. Будем мы их собирать. Видит репку в огороде.
и себе не верит вроде. Встал он возле репки, репка выше, крепко. Из открытого окна даже музыка слышна. Ай, бульдозер бы сюда, без него совсем беда. Тянет, подтянет, вытянуть не может. Где ты, бабка? Я сейчас, ай да репку удалась. Бабка за детку, детка за репку. Тянут, подтянут, вытянуть не могут. Как тянуть, с какого бока? Выйдем, внучка на подбородок. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, подтянут, вытянуть не могут. Он спину, ну и внучка, нам исправиться бежочка. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, подтянут, вытянуть не могут. Надо бы разбудить бы кошку, пусть потрудится немножко. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, подтянут, вытянуть не могут. Кошку хлебнуть бы надо было. Мышку звать, какой позор. Мы пока что кажемся с усами. Тут из мышки, из норки мышка прыг, ухватила из-за турник. Чем так дать без толку грядка? Становитесь на зарядку, чтоб за дело браться, нужно сил набраться. Все выходят по порядку, дружно делают зарядку. Эй, животки, ну-ка вставайте, на зарядку выбегайте. Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись. Начинаем, все готовы? Отвечаем. Все готовы! Начинаем, все здоровы? Я не слышу. Все здоровы! Становитесь по порядку, на веселую зарядку. Приготовились, начнем. И все вместе попоем. Солнышко лучистое, любим скакать. С облачка на облачко. Ребусы. Давайте посмотрим. Что же тут за слово?
Ну-ка, Розана. Козы. Козы. Второе у нас слово. Данил. Кролик. Я? А, ну-ка, первую буковку убирает. Яйцо. Кролик. Кролик. Фатима. Нет. Первую буковку убираете и добавляете А. Слег. Убирайте первую буковку в этом слове. А. Какой, какая картинка? Ведь, по правде говоря,
сначала на страницах Африки. Мы знаем буквы, знаем слоги, умеем говорить, писать. И постепенно, понемногу мы научились все читать. В азбуке Лунаде точно на параде. Гласные, согласные стояли буквы разные, но не вместе в точке, а поодиночке. Говорить они пытались, и жужжали, и шептались. Но о чем? Пойми, попробуй. Буква М, значит, корова, и буква А сказала. А, что ты хочешь, буква А? Но в ответ мне буква А тоже спрашивает. А, вот еще досада, что им буквам надо? Но когда в тетради встретились у Нади, буква А и буква М, все понятно стало всем. Буквы рядом, ровно, прямо, стали честь по чести и сказали дружно: «Мама, вот что значит вместе». И теперь у нашей Нади разговор идет в тетради. В каждом слове там и тут буквы дружные, живые. Подождение, легкий труд, благо, вольного чтения. Нам сегодня выдают удостоверение в том, что азбуку прошли, в полный путь наук прошли. И теперь перед дышкой мы прочтем любые книги. В самом деле, мой вопрос, Михалков носок за ХХТ, Марто Чуковский, Лев Потанский, не Лев Толстов, Пушкин, Лермонтов, Толстой, перечислить всех нельзя. Все эти наши друзья. Раньше Карлсон и Мальвина, Айболит и Буратино приглашали нас играть, а теперь зовут читать через сказку и игру. Книги учат детвору, книг заветные страницы помогают людям жить, и работать, и учиться, и отчизну дорожить. Беру я азбуку последний раз, несу ее в просторный класс. Я ценной книге говорю, благодарю, ты книга первая моя. Теперь читать умею я. На свете много книжек есть. Все книжки я могу прочесть. До свидания, до свидания. А на следующий год азбука читать научит тех, кто первый класс придет. Учащиеся первого Б-класса получают такие удостоверения о том, что они прошли 33 буквы, теперь научились читать. Математика, Моника, Рузана, Фадикат, Зоя, Диана, мальчики все получают. Сейчас мы с вами, ребята, поиграем в игру. Мы с вами немножко тренировались, чтобы мы сейчас хорошо вышли, да? Артем? Сейчас нам будет слово «нота». «Нота» слово к нам сейчас выйдет. Слово «нота» к нам выходит. «Нота». Правильно, Патимат. Кто у нас спит? Нота. Андрей. Нота к нам выходит, да? Слово «нота» к нам выходит. У нас ребята растерялись. Я проснулись. Нашли все свои места. Молодцы. Садитесь. Следующее слово мы соберем с вами рука.
смотреть на свои классы. Час. 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 Молодцы, Спасибо. А ты когда все? Да. Вот делать я надо.
за слово первое, твое достиг, за первый твой рассказ. Прошли нас, научили ты читать, писать, на слова слоги разбивать. Прошли с тобой от А до Я, и знаем будешь ты всегда. Родители тоже приготовили для вас сюрприз. Представляется родителям. Да? Так, ребяточки, ну, я одно слово вам скажу, сюрприз вам сейчас будет. Во-первых, вы, конечно, родители, бабушки, мы вам очень благодарны. Вы замечательный праздник приготовили. Мы благодарны азбуке, которая вас учила. Но кому еще мы можем быть благодарны? Кто помогал вам учиться азбуке? Учительница! Да, Лидия Викторовна, мы, конечно, тоже очень признательны и благодарны. Спасибо за то, что вы учили наших детей. А теперь мы хотим вам раздать то, что поможет вам применить ваши знания. Книги, чтобы вы их прочли и еще лучше выучили буквы. А Лидия у нас это каникулы, ребята. Держи, моя хорошая. Держи, зайчик. Ну, давай сначала. Спасибо всем, кто пришли на наш праздник. Мы очень старались. Ребята, правда, сегодня растерялись. Спасибо всем. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать. Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать, над нами благодать.